Всем привет, Ютубу привет. Вот очередная машинка у нас с повреждениями градовыми. Вот, ну тут все бы ничего, но есть одно маленькое но. Капот покрыт пленкой. Вот, естественно, что по нему колотить не рекомендуется. Он и так тут вот. Такие вот артефакты на капоте есть. Пятна всякие разные. На пленочке. Будем пытаться его распрямлять таким образом, чтобы не колотить. Ну, если получится. Потому что пленку снимать это удовольствие не из дешевых. Попробуем. Получится, получится. Не получится, значит, будем думать дальше. Так, дефектовочка вот произведена. 35 вмятин получилось у нас. Вот. Будем пытаться делать. Опять же повторюсь, что металл вроде бы мягкий, постараюсь сделать аккуратно. Но, как в любой работе, бывают какие-то тонкости, нюансы, поэтому быть уверенным на 100% нельзя. Получается делать вот. Тут уже вот где были вмятины, их уже нету. Получается делать, так что если аккуратно, то можно постараться сделать без снятия пленки. Вот вмятины, они хорошо видны, где они есть. Вот еще есть, я ее еще не сделал. Так что вот так можно аккуратно делать. Ну, не на всех машинах, не на всех металлах, это понятно. Но тем не менее, в данном случае повезло мне один раз. Вот она, наша вмятинка. Рядом вот еще видно. Вот уже она почти не видна. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть здесь еще в центре провальчик есть. Сейчас доделаю. Очередная вмятинка. Потихоньку с ними разделываюсь. Ну, здесь доступ вот он и есть. Так что все в порядке. Идем дальше. Засада небольшая. Вот они, две вмятины остались. Сейчас покажу. Вот та, которая поменьше, вот это зараза, двойной металл там, а к этой доступ есть. Сейчас покажу, как сделал. Вот, чтобы долезть, вот здесь идет такой кантик, я взял
и под кантом засверлил отверстие для крючка. Но как тут видно, тут кое-где есть двойной металл. И что самое вот обидно, та вмятинка, которая поменьше, вот она, вот, там двойной металл, а к этой можно долезть. Ну, что делать? Ну, пусть вмятинка одна останется на капоте, вот эта вот маленькая. Вот она, вмятинка осталась. А та, которая была побольше, ее удалось сделать. Но еще раз повторюсь, не потому, что я ленивый, а потому, что там двойной металл. Вот она осталась. Ну, что делать? Пусть одна останется. Вот такая вот работа была сделана. В отражёнке, я думаю, очень даже хорошо будет видно. Потому что малейшая неровность. Где наша вмятина? О, даже она не хочет. Вот тут видно чуть-чуть. Ну, тут артефакты есть на капоте. Тем не менее, если в отражёнке посмотреть, это просто такие грязь какая-то. Вот тоже видно. А на самом деле все тут ровно. Я так подозреваю, что это от птичек подарки остались. Вот их хорошо видно. Опять в этом ракурсе тоже. Вот видно здесь вмятинка эта играется. Но еще раз повторюсь, там двойной металл, так что одна вмятинка на капоте, я думаю, это не зазорно. Вот такая вот эпопея была с капотом. С таким красивым. Так что, в принципе, ребята, все делается при желании. Вот, можно и с пленкой делать. Вот, ничего страшного. Просто надо аккуратненько стараться это делать. И все будет хорошо. Ну вот и все. Зазорчики везде стоят на месте. Капот на месте. Все хорошо.